На смену ароматной клубники пришли черные ягоды. Сегодня в топе голубика, ежевика и, конечно, истинно темная ягода, которая считается известным усилителем зрения – черника. Самое вкусное и сочное предложение покупателям предлагают в среднем за 4 рубля литровая банка. Черника у нас 6,88 за килограмм, голубика 13,75 за килограмм. Намного дешевле, чем вот участника. От 4 до 5 цена. Иногда бывает 4-4,50. Ну, как много черники, как на рынке. Торговля в этом году бойкая идет? Нет, чернику в этом году не очень берут. С чем это связано? Не знаю. Может, потому что было очень много клубники. Очень много было клубники, и клубнику очень долго брали. Чернику Лидия Прокопович привозит продавать на Брестский центральный рынок из Каменца. В среднем расходится от 7 до 12 литров ежедневно. Ее продукция проходит обязательную санитарную проверку на радионуклиды в лаборатории. Специалисты предупреждают, дикорастущая черника – продукт не всегда безопасный. В прошлом году, да, были превышения. В этом году еще пока нет, но сезон продолжается, но превышения обычно бывают, да. Это Лунинецкий, Ивановский, Столинский район, Драгичинский, вот где особенно может быть превышение. В этом году урожай черники щедрый, и в Брестской области уже заготовили 200 тонн черной ягоды. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Часть собранных даров природы активно расходится в Беларуси, часть экспортируется за ее пределы. Традиционно основная масса поступает на перерабатывающие предприятия России, Польши, стран Прибалтики. Как правило, основная часть идет на экспорт, потому что это является сырьем в последующем для производства йогуртов, то есть перерабатывается там. Мы не ограничиваем себя в заготовке, мы закупим всю ягоду, которую нам сдаст население, мы и просим, обращаемся к населению идти в лес, зарабатывать деньги на заготовке ягоды и сдавать предприятия потребительской кооперации. Польза от черной ягоды несомненно, и кошелек при желании пополнится, и здоровье, ведь черника одна из самых полезных ягод. Она кладезь поливитаминов, а еще самый лучший натуральный препарат, и не только для улучшения зрения. Особенное внимание хочу обратить беременную женщину на эту ягоду. Она содержит калий, который необходим для нормальной работы сердца. По содержанию марганца нет равных черники в растительном мире. Марганец, как известно, усиливает выработку антител в нашем организме. Таким образом, черника повышает активность нашей иммунной системы. Черника очень полезна людям с болезнями сердца и сосудов и для профилактики их заболеваний в том числе. Кроме того, черника повышает работоспособность, улучшает память, замедляет процессы старения и улучшает состояние кожи. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.